Всем привет, меня зовут Замира, я с Астаны. Мне сегодня очень понравилась лекция Оскара Нурша. Довольно-таки доступным языком все объяснил, актуальную тему затронул. Меня зовут Бахтер Анджанов, я из Ташкента. Второй день школы. Школа прошла насыщенно. Послушали утром Оскара Нурши, после обеда Рустам Бурнашева. Много чему научился. Даже вот усталость к концу дня. Армысыздар, менің есім Мәсел Болат қызы. Мен Кабар Азиядағы екінші күн туралы айтайын. Бүгін өте ерекше болды. Кешегіге қарағанда себебі тың идеялар, жаңа информациялар, жаңа ақпараттар біліп үйрендім. Енді соны практика жүзінде жүзеге асыруға тұрсамыз. Кабар Азияға шын ниетіммен алғысымды білдіремін. Когда проходит, как сильно он изменяется, да? То есть, пожалуйста, аналитики, будьте верны фактам.